Американские военные останутся в Польше, странах Прибалтики и в следующем году, заявил командующий войсками НАТО в Европе. Сотни солдат из США были переброшены в регион после того, как в марте этого года Россия присоединила Крым. Североатлантический альянс поспешил заверить своих обеспокоенных партнеров в Восточной Европе, что сумеет защитить их от, цитата, «российской угрозы». Ранее планировалось, что войска останутся только до Нового года, но теперь срок их пребывания решили продлить. Американские войска будут находиться в Литве, Эстонии, Латвии и Польше настолько долго, насколько это понадобится для сдерживания российской агрессии и заверения в поддержке наших союзников. Мы запланировали ротации на следующий год и назначили подразделения, которые продолжат службу здесь. Москва считает, что НАТО пытается оказывать на нее военное давление и подрывает стабильность в регионе. Постоянное размещение американских войск в Прибалтике и Польше не обсуждается, так как это нарушило бы соглашение между Россией и НАТО 1997 года.